Ух, давно єжатинки не кушав я. Ух, давно свежий ёжик попался. Прям по дороге. Да ладно, дружок, ты в ту сторону полз. Давай, ползи куда полз. Давай, на территории у меня не сорить, понял? Куда? Кто куда? Ну а я снимать видео и приветствовать вас на своем канале Старик и Море. Я его главный телеведущий проекта Старик и Море, Серега. Не забудьте подписаться, поставить оставить комментарий. Еще одного жука раздавил. Лайк поставить и отписаться. То есть и подписаться. Не подбросите? Серьезно? Ночь. Это луна у меня, со двора так видно луну, каждый день. Одна и та же... Ай, комар прилетел. Одна и та же луна. Ай, еще один комар. Так что есть его нельзя, да? Да у него шкура такая, что ты ее, блядь, у него не прокусит. Понятно. Лапки прикольные, глянь, как. Ну так как гребе, бля, сука, как бульдозер, блин. Ух, ручки дал мне. Он спит просто. Да хуй там спит. Его поймать как-то, блин, сразу забыл. Ну, не воняет. Слушай, да он свежий. Ну так, блядь, вчера не было, ты же сегодня заебался. Бачу, у меня на городе, сука, свежий яблок. Санек, познакомься. Дешевше, чем... Саша. Ну, кошелек всегда дороже. Дима, рукой. И Максим. Ну и я, Серега. Подумал, и я, Серега. Может, он тоже. Короче, вот такие места. Мы попали. Идем. Сегодня праздник. Ребята, как праздник-то называется хоть? Трица. Как? Трица. Трица? Бузова на неделе, что-то трица. Идем по серьезному болоту. Оказывается, у нас тут такое болото есть. Прям в селе, я даже и не знал. Ё-моё, блин. Мы тут дайм. Давай, дай нам сначала купить. А тут раки не водятся? Нет. Нету здесь раков. Короче, мы идем по эту. По что мы идем? По деревину, да? По явер. О. В общем, подписывайтесь на канал. Будете знать. Ай, блядь! Провалился! Будете знать каждый прокожен праздничек. Нахуй ты телефон с собой взял? Как называется кожен праздник. Все, благодаря каналу Старик и Море. Куда пробить, путь? Вот туда? Трай, я как-то пробраться до ты. Если уйду сюда, да? Уж туда, да? Да. А ну, ну давай я пробью. Давай я пройдусь и посмотрю. Да. В общем, если по шею, то нормально, да? О, господи. Да, тут глубина, да? Да, тут глубина. Меня начинает затягивать, реально. Беда, дай горы. А нахуй вообще пес дебилами на царе? Еще двое идут.
Я гавірки за ним, він трубку не бере. А це ще відео ходить до мене. Йоп, твою мать. Це шляпа. Давай назад розвертаємо. Блять, топором в ногу, давай. Та ні, ну в ногу я не буду. Я вже попив, мені похуй. Нормально приліпаєш тут. Ох, і тапочки можуть остатися. Тут тапочки у нас ще розпливають. Вона на що робить? Пошов. Та йди на куди, на, подивіться, куди ми йдемо, блядь. Прямо, ось, дивися, яка стоїнка, сюди. Отак ось. О, да, да, да. Вроді нормально, да? А це? О. Ось, ось ця, смотри, ось та. А це? Ось, 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 Макс, ось, дивися, яка. Якщо відсюди подивитися... Санёк, а ну попробуй, якщо ти пройдеш, то ми за тобою. Ах, блін, мухи кусають. Ось отут попробуй. Може ось сюди йти, отак как-то. Ти знімай. Дайте йому руку! Руку дайте! Я ветку держу. Фраєр, блядь. Да давай. Вистав. Ёбана. Саша, що там? Та біда. Ти пилку, напевно, Макс на берегу оставляв би. А де топір? Топір со мною. Ти мене це рухнув? Та я му ганяю. А, ганяй, му ганяй. Так це... Пуст... Ладно, це хуйня. Це впусту, а із стовпом як вийти? Це просто можна бити. А чому ніякого топора при дорозі не можна було? А де топор? Ви взяли? Топор ось. Топор тут. Там я побоюсь упав бути. Давайте проходь, я за того. Шо це? Черепаха була? Аха-аха. Бачу, все буде тебе надати. Давай, я за тобою. Виталик, не їби мозгу. Ребята, осторожно, не потоніть. Ти Віталіку, хай не їби мозгу. Так йди нахуй. Ви говорите, блядь, це б задиханки в себе придумали, блядь. Так ти же чого у вас вилучає? Да залупа. А де вони? Це? Блядь. Так, так. Я їбати не товстий. Йобана ось. Я думав, не вирежу. Я не товстий, так вони мені не поставили. Блядь, тапочу. Поставимо? Поставимо. Блядь, мені пизда стовпці. Ні, оце... О, брані цицьки, вони тут фотони, нахуй. Тапочка нема! Та ладно, що тапочник загубив? Мотові нема. А он ще, сука, засмок ще й дальше, блядь. Дивіться, що він буде ще не наше вибрати. Воно в нас біля хлопи. Плив один. Дивіться, бережно, а ти будеш тут наплив, блядь. І телефон. Йоп. Дивися, бере. Давай, я буду знімати. Рубай, я буду знімати. Я будемо рубати далі. А, далі полю? Та ні, давайте за нами не відставайте, йо-моё. Не мабиш нічого? Я у нього на твій там, блядь, застрялю. Я думаю, я капець сюди, а може... Чорт. Санёк уже перебрался на другую сторону. Давай топир сюда. Топир. Стой, я ж тебе его... Давай я так передавай. Дивись, бо там потонет. На корову. Бля, тут можно купаться уже. Тут обалденная, блин... Там люди ему покупал. Ой, тапок мой, тапок! А-а-а! На, в натуре тапок. Тапочек застрял. Отпусти мой тапок! Пацани, его можно оцей зрубать, але его коротите там, где кривіше. Что там? Тут нарыв такой! Ось то! Ось то ты думаешь? Ось то самое четкое дерево! Ось это, где палец пройдешь.
Вот это, кстати, тоже неплохое, Санек, возле которого ты стоишь. Сань, Любай, ты видишь, что пить по ней? Да. Давай их повалим. Так бы пилять. Виталий, пилять. Зайди тебе. Вот там дальше, пацаны, как всегда, красивейше. Да две нахуй. Мы с места не можем сдвинуть эту цель. Я представляю, что пацаны зараз приедут. Если не было на мене. Выбирайся, блядь. Ух ты, ё-моё, это жёстко. Так, гля, тут какие-то грибочки растут. А ну попробуй, нормальные? А ну-ка, сейчас я попробую. Ой, что-то у вас так много стало. Блин, тапок! Хлопці, тут бачите, купайте, йдіть до нас! Пацани, лаху є не хлоп, ми його вже бачимо. І що хто-то присоединяється? Давайте догоняйте, оу! Ви що робите? Догоняйте скоріше! Санек нормально тут проложив дорогу. Засасует! А-а-а! Реально засасывает, это ж реально болото. Чуешь, там вот тут нормальные пеньки. Санек, мне идти за тобой? Ай, блядь, облился! Давай, рубай, да погнали назад! Рубим столб и возвращаемся устанавливать. Ну шо, нашли пенёк? Нашёл ты, Санёк? А вот ровный, смотри, вот он не ровный. Вот сзади тебя, Санёк. Вот, смотри. Где? Короче, я только что вообще погрузился в воду. Тут засасывает нормально. Реально засасывает, поэтому, блин, реальное спасение, это надо держаться, блин. Держаться за эти, блин, за ветки, чтобы спастись в болоте, держаться за ветки надо. Руби его, Санек! Короче, вот такая штука. Вот так я встал и провалился. О, я забрался.
наоборот, там, блядь, саме хуже, а тут нормально, дивись. А, от тут болить. А дядя, я тебе більше подумаю, я не вирішу. Я тут, блядь, я тоді просто я просто в стрілі був. Максим, що там? Та витягнемо. Та нормально. Серега, ти тут. Що, я жду команди, блін. Давайте спілюйте, де подвесли. Давай, проходимся. Там нема, там нема. Ладно, я до вас пошел. Прям в глаз капля залетела. А оно еще расти могло. И ты миг, блядь, да нихуя. Ай! О, все! Он помог нам! Он помог! Лесовой! Челесник! Ты подгреб? У тебя две палки выручалки, у меня одна. Эй, качан, ты куда? Все, некогда снимать, надо тянуть. Ага. Ну просто, чтоб, блядь, и спит там не переломался. Я кажу. На вершок чуть-чуть квиток. Короче, достали. Пень достали. Длинный. Привязываем теперь. Смотрите, что будет дальше. Настоящая система, настоящий бизнес, ну, в смысле, короче, целое життя, целое життя, тут и вырубку сделали, сделали вырубку, все дела, блин. Ну что, пробуй его поменять. Может быть, да. Не, я хочу, может, его сейчас сначала надо запихнуть. Да, да. Сейчас побачим, если тебя себя вести. Ладно, заводите трактор уже, езжайте. Я не могу поменять его, заводят зачеты. Подтолкнуть, наверное, надо, нет? Поползла змея. Поползла змея по хатам. О горе. То есть, о радость-то какая. Длинная змея. Это на металлолом. Колесо. Такая мимолетная штука. Колесо. Серый, пойди курить. А?
А знаєш покурити? Куча, блин, цветов набросали. Куча цветов. Це ті люди, які отак в болоті по пояс плавали. Короче, блин. Короче. Конечно буду. Оу, ес. Оу, ес. А пить будеш? Пить? Я ж не пью, но выпью. Я не успел тупо, блин. Ну, короче, мне кажется, ее надо трохи прирубать, блядь. Да, я тоже так считаю. Да, он великий, мы ее не поднимем. Да, варшов надо убивать. Ведь я не буду пытаться. Ведь я не буду пытаться. Ну, а он не будет пинать, я ее не поднимем. Да ничего так. Не, нихуя. Як думаєш, поставим? Блять, фігура нема. А що ви робите з цвітами? Прив'язуєте їх к стовбу? Можна інтерв'ю у вас? Да. Ви що, прив'язуєте їх к стовбу? Да. А для чого? Доживеш до наших год, поймеш. Ага. Понял. В жизни такая штука, что хер не простыш. Раньше было людей хер на ски. Я вас понял, понял. Рассказывай-то мне. Я понял, она на рынке. Да, это великая. Она лучше. В общем, кульминация, сейчас буду поднимать бревно, поднимать его. Извините. Беріть, воно не таке, що ти жила. Я вам помогу. О, ребята, давайте хтось один буде командувати, бо це буде херня. О, господи, блин. Это что-то грандиозное. Забой! 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 Стоп! Опускай! Опускайте! Все. Перебирай! Перебирайте! Лижи сюди! Лижи бери! Переход! Давай! Держим! Держите, только не на магазин! Фух, я в этом не участвую. Пальма стоїть. Давай, топчи. Ко мне подбросьте. Воно тим стукає, блядь. О, ми вже все, не попрямо вже. Санечек, и как комментарий? Целый день вот ты трудишься. Бомбину, пацанчик. Вот вот трамбую его закидали в землю, все. Молодежь. Блогер, ну давай я тебе дам эту хуйню побежь. Дядя, мы целый день сегодня ебашим. Сними меня, типа я весь день ебашим. Я сам поставил.
Все остальные просто тут актеры. Все остальное это постанова. Пацаны, идем туда. Что? Саня, ну иди наш на дорогу. Всем пока, не забывайте писать комментарии, село Малобережанка, билеты, цена договорная на мероприятие. В следующем году. Не, кстати, мы его быстро поставили прям. И быстро украсили. За раз. А знаешь за что? Бо мы труда вклали. Да. Давай вот эту штуку здесь закопаем. Труда и заделал такую красоту. Ебуться, бэп. Ну все. Я тут не пыл, ты спаляй. Ні, так давай не сюди підв'яжемо, щоб не лисити, а до